это хорошо. Железо, блядь, скажи, нахер ты трогаешь? Николай Алексеевич принес, они такие же, как в студии полиции. Так. Сейчас все запихнем. Все запихнули, мы завтра уже хотел веревки все сделать. Ладно. Так, ты резинки соложил все? Сейчас все запихнем, не переживай. Ключи, ключи. Вот сюда. Стасян, у него нет никакого старенького шкафа, что я не видел? Не знаю. А как у него это Серега сегодня спрашивал? Он же даже не подошел к Сереге, не поздоровался. Да? Да. Серега спрашивал, о чем трезвый, как самочувствие. Я говорю, ну так помятенький. По подмятенький такой чуть-чуть. Да. Не сказать, что прям очень дурно выглядело. Но... Да нет, я даже сказал, это... Лучше, чем иногда. Лучше, чем иногда, да. Скоро 23-е. Защищайте Родину и Отечество. До свидания.